Привет, друзья! Мы приехали в Кубек. Дорога у нас заняла 2,5 часа. Мы сейчас находимся в исторической части Кубека. Здесь находится наш отель. Вот это наш отель, вход в отель. Номер стоит 90 долларов. Сейчас запаркуют нашу машину. Я вам покажу, как это выглядит. Мы находимся прямо в самом центре этого города, поэтому особенно ездить куда-то и много ходить не придется. Все достопримечательности находятся у вас прямо под рукой. Смотрите, как все красиво. Сейчас вам все покажем. Вот так вот выглядит холл. Все так исторически. Для меня хрустальные люстры и лестница. Теперь идем смотреть наш номер. Как он выглядит. Сейчас вам покажу. Это поднимаюсь я. Всем привет. Сейчас посмотрим наш номер. Здесь тоже холл вот такой. Вот так вот выглядит дверь, наш номер. Ну что, давайте зайдем посмотрим. Смотрите, вот так вот выглядит наш номер. Это спальня. Прям при входе вы заходите и сразу в кровать прыгаете. Вот, двухспальная кровать. Потом здесь вот такой холл. Раковина. Кофемашина, два зеркала, еще одно зеркало. Это тоже зеркало, которое ведет в ванную. Сейчас ванную покажу потом, попозже. Здесь есть еще микроволновка, ведерко для льда и бокалы под вино или под шампанское, что хотите. А здесь как гостиная. Сейчас покажу гостиную. Здесь шкафчик. Ну, самое обыкновенное, ничего такого особенного нет. Ну, подушка, одеялка там. Что такое, короче, как везде. Ай, как красиво. Как кабинет. Ты куда прыгаешь? Вот. Такие окошки. Ну, вид. Вид не особенно. Вид на парковку, короче. Ну, в целом неплохо. Здесь идут и потом диванчики. Вы можете расслабиться. Тоже еще одно окно со шторками. Лестница пожарная. Окно. Электрический камин. Создание, наверное, уюта, наверное, какого-то, не знаю. Не очень люблю электрический камин. У нас дома настоящий камин. Я больше люблю настоящий. Это у нас телевизор такой небольшой. Ну, в целом выглядит вот так вот. Ну, неплохо. Вот у нас ванная. Здесь полотенчики. Тоже так красиво. Здесь ничего не открывается у нас. В общем, комната посидеть, подумать. И ванная с душем. Вот, собственно говоря, и все. Здесь тоже какой-то там, видимо, фен такое. Секое. Вот на этом, наверное, я закончу. Надеюсь, вам понравилось. И сейчас переоденемся, отдохнем чуть и пойдем гулять в город. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии. Буду рада новым знакомствам, новым друзьям.